Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, ну естественно, на канале мой. Идите отсюда! Горизонтальные видео мои, а твои шорты. Здравствуйте, дорогие друзья! И снова здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выходной, и сегодня мы гуляем в парке, в котором не были уже очень и очень давно. Называется он Локомотив. Что, пошли смотреть? Всем привет, дорогие друзья! Вы, как тут сказал на канале мой Ташкент, не переживайте, я ее одну не оставлю на горизонтальных видео. Всегда буду за кадром говорить, где мы гуляем, ее историю, что там нового. Локомотив Амусемент Парк. Локомотив Парк был построен в 2014 году на месте парка имени Зафара Диора при поддержке Узбекистан Тимир Юлари. Это частный парк площадью 7,5 гектаров, разделенный на 5 зон. Детская зона, зона для всей семьи, экстрим зона, площадь фонтана, восточный сад. Парк входит в социальный проект компании Orient Grow. Ребята, вы знаете, что очень многие путают два парка – Локомотив и Локомотив Анфор. Мы сейчас находимся именно в Локомотиве. Ребята, в парке Локомотив есть своя железная дорога, на которой вы можете совершить экскурсию по парку. Заезд стоит 15 тысяч сум. Могут кататься абсолютно все, и дети, и взрослые. Приходите, покатайтесь.
что ж, друзья, вот мы и прогулялись по парку «Локомотив», который находится в Мирзоулыбекском районе. Приезжайте, погуляйте, здесь очень здорово. Ну что ж, ну а если у вас есть возможность помочь нашему каналу, то вот по вот этому QR-коду, и мы вам будем очень благодарны. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и оставайтесь с нами. Пока-пока!